Друзья, у людей праздники, а у приюта по-прежнему наши проблемы. Ну, такова жизнь. Ребята, мы не хотели на праздники портить настроение. Хотелось поделиться чем-то добрым, хорошим. Но сейчас пришла пора, и мы показываем вам наши проблемы. Это весь корм, который у нас остался. Его хватит от силы на 2-3 дня. От силы, ребята. Ребята, 2000 собак. Это корм для щенят. У нас их много, и мы его экономим, как только можем. А вот для взрослых собак, ребята, у нас ничего нет. Я обращаюсь к вам ко всем. Друзья, у нас новый аврал. Нам нужен корм. Прошу вас, мои хорошие, отзовитесь. Нам нужен корм. Корм, друзья. Друзья, нам позвонили. Погибла собака и 7 щенков. Сейчас пытаются выбросить. Нам позвонила женщина и попросила приехать. Определим все на месте. Это Новгородово, Чеховский район. Едем, ребята, посмотрим, что к чему. Если мама погибла, то, разумеется, выхода нет. Щенят придется забирать. Но, ребята, мы переполнены. И у нас очень тяжелое положение. Вы с нами? С лабрадором? Да. Давайте. Это вы? Несите. Давайте, давайте, несите. Где? Так, убирай пеленку. Подождите, осторожно. Да. Ложите. Несите скорее следующего. Несите малыша. Ну, они лабрадоры, как я балерина. Хаски. Нет, мама хаски. Нет, никакая. Да, даже близко нету. Нет, мама хаски. А вот лабрадор, вот то, что папа был, может быть, и... Ребята, где щенок? Ну что, ребят, приехали, взяли 7 малышей. И как утверждали люди, это хаски с лабрадором. Ну, ребят, вопрос, конечно, очень спорный. К сожалению, люди не понимают, что приют не резиновый. Друзья, нас не всегда спрашивают, можно ли привезти к нам щенят. Их просто привозят. И мы не берем, они подходят к трассе и на углу складывают коробки. То есть на углу приюта. Без вас мы не справимся. Нам жизни не выжить без вашей помощи. А все остальное перед вами. И мы надеемся на вас, мои хорошие. Мы надеемся на вашу поддержку.
приюты выживают только за счет вашей доброты, милосердия, вашей дружбы. Это наш мир. И только все вместе мы можем его спасти. Ребята, нам позвонили. И вот это результат за 2 дня.